Инспектор дагестанской таможни поймали на взятке. По данным Следственного комитета, подозреваемый разрешил за определенный выкуп перевозку через российско-азербайджанскую границу 25 килограмм живых пиявок. За возврат товара он попросил 20 тысяч рублей, которые надо было перечислить на банковскую карту его знакомого. Водитель исполнил все требования инспектора, а затем сообщил о передаче взятки сотрудникам пограничной службы. Следователям Махачкалинского следственного отдела на транспорте продолжается сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело.